7 января 2022 года стало известно о смерти советского писателя, поэта, сценариста и редактора Александра Тимофеевского. Сообщается, что причиной его смерти стала продолжительная болезнь. Александр Павлович Тимофеевский родился 13 ноября 1933 года в Москве. Во время Великой Отечественной войны он жил в блокадном Ленинграде, затем в эвакуации в Челябинске. В Москву Александр Тимофеевский вернулся уже после войны. В 1958 году он окончил Всесоюзный государственный институт кинематографии, где учился на сценарном факультете. Широкая известность к Александру Тимофеевскому пришла в 1971 году, когда он написал слова песенки «Крокодила Гены», которая прозвучала в мультфильме «Чебурашка». Поэт писал сценарии ко многим мультфильмам, среди которых «Загадка сфинкса», «По щучьему велению», «Каменный цветок» и «К другим». Долгое время он писал стихи в стол, а первый сборник под названием «Зимующим птицам» был опубликован лишь в начале 90-х. Александр Тимофеевский не был избалован известностью и часто называл себя «в закрытое окно России недостучавшийся поэт». Александру Тимофеевскому было 88 лет. О дате и месте прощания с поэтом пока неизвестно.